Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, вы готовы? Готовы или нет? Я лично ни хрена не готов вот к забегу боевого режима игры Код Вероника. Вот, Resident Evil Код Вероника. За Альберта Вескера. Очень я не готов. Я даже боялся включать ее, эту игру. Короче, этот забег. Вы только посмотрите, у нас в инвентаре ножик и 3 аптечки. И все. Вы только представьте, как нам это проходить. Как? Но делать нечего. Это у нас последний перс, короче, в игре. И мы должны пройти за него и закончить до конца Код Веронику. Вот. Ну что, давайте начнем. Не знаю, мои предположения, то, что он будет более стойкий от урона, короче, который будет наноситься ему. Но это только мои предположения, я не знаю. Вот. И, короче, давайте попробуем по тактике херачить по ногам, короче. Херачить по ногам, сваливать их на пол, короче, и добивать. Но, я так полагаю, эта фишка сработает только на зомбарей. На остальных я не знаю, как это будет действовать. Здесь еще размах, короче, херовый. Места для размаха мало. Ах ты, падла, укусил, а? Держать. Вставать тебе право никто не давал. Да блин! Ах ты, падла! Да что ты, ну! Как ты так стал-то, ублюдок? Ну смотри, нас сколько? 3-4 раза докусили. И пока хорошо. Пока я думаю, то, что да. Вескер, он более стойкий. В нем же все-таки Т-вирус в нем. Он же должен здесь, короче, всех просто херачить налево и направо. Так, смотри. Ах ты, падла, кусил. Да что ты, ну? Этим ублюдком. Он еще, смотрите, он еще... Да блин, твою мать, ты задрал. Что ты будешь делать? Это вообще какой-то трешняк. Просто трешняк. Кто придумал это говно? Покажите мне. Тыкните мне пальцем. Я его зарежу, короче. Я его пущу вот так же ножичком почикаю. Ну, в принципе, смотрите. Толпу зомби мы загасили. С трудом, но загасили. Вот. Так, ну здесь плохо. Окей. Так, а сейчас у нас. Да. Вот эти вот падлы. Да сдохни, ну. Жесть. Так. Смысла обычную траву нет брать. Кого ты там цепанул? Видал, как я как будто с пулемета по нему пальнул. Оп. Ну давай, ковыряй. Отлично, с этими справились. Фу. Это только третья локация, прикиньте, еще босс. Еще боссы, и нас еще и ждут эти... Охотники, свиперы. Это просто будет криндец настоящий. Так, ладно. Так, готов. Отлично. Ну-ка. Готов. Когда вот так вот получилось его свалить на пол, значит уже все.
Значит, зомбарь готов будет. Отлично. Ну давай, подходи, подходи. Сейчас я тебя пущу. На. Шаверму. Ах ты, падла! Чуть меня не пустил на шаверму. Так, готов, готов, готов. Отлично, отлично, отлично. Фарш на глупцы готов. Ах ты, падла! Ублюдок. Ладно. Еще как бы меня мучает вопрос, что будет в этом. Ну, какой босс будет, да, у нас? И что у нас будет в игровом автомате? Я надеюсь, что будет... Так, погоди, а если я сделаю сейчас вот так? Сюда иди. Давай, 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 подходи, 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 подходи. И давай ко мне. Они на лестницу смогут подняться, нет? Сможешь на лестницу подняться? Смотри, смотри, поднимается. Ну-ка, пошел. Пошел вон. Ну-ка. Смотри, неплохо, неплохая, да, такая тактика. Ну-ка, давай еще. Настырные зомби. Отлично. Готов. Кто следующий? Кто следующий? Вон они, смотрите, в кучке все. Дай-ка я тебя сейчас вот так чекану. Готов. Так, эти двое. Смотрите, тут в комбинезоне такой резвый. Давай сюда, сюда, ко мне, ко мне, ко мне, на лесенку, на лесенку. На лесенку. Вы... Тварь. Опять у меня. Опять у меня. Чертов. Андроид вылез. Ну куда ты попёрта, ё-моё? На лестницу. Ах ты, падла. Сдохни, ублюдок. Ну-ка. Ну что ты там встрял-то? Давай ко мне. Вот четко, когда он падает прям на ножик, да, такой просто вот прям... Этот... Очередь такая, ножом просто хердык ему. И все. Так, а что у нас? О, у нас сейчас эти охотники. Это жопа. Так, 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 аптечка. Быстро. Как так? Ну? Ты чё? Совсем что ли опупил, а? Чё за херня? Чё за дерьмо сейчас было? Я взял аптечку, как? Ну что, сейчас мы еще раз пробуем этих охотников сраных загасить. Пошли вон. Так, аптечку сразу же, нахер. А то, блин, с первого удара ни хрена тогда. Я просто... Да сдохни ты! Хера такое вообще просто охеревшее, а? Ты посмотри на них, а? Просто жесть. Просто жесть. А сейчас, сейчас у нас свиперы. Блин, я не могу понять, я тогда взял аптечку. Какого черта он меня замочил? Пошел нахер. Нет! Нет! Говна кусок. Отравлен, блин. Какого хрена они меня убили тогда с первого раза? Смотри, прикол. Ну давай, вставай. Еще
порции получи. Отлично. Блин, должен убить монстра. А, до того не дотянуться, блин. Готов. Отлично, отлично. Он меня даже, фу, не траванул. Бери ты сраную аптечку, синюю траву, блин. Сразу комбинируем, но хоть это противоядие есть у нас какое-то. Хоть какое-то, блин. Блин, уже 7 минут, прикинь, 7 минут. Надо дойти до этого. Да какого хрена ты? Самый умный, блин. Сдох. Отлично. Давай, толстяк, подходи. Сейчас шинковать буду. Ты охерел, а? Отлично, этого получилось завалить. Блин, смотри, какой живучий, а падла. Да, чё ты на бочку-то целишься? Хера! Хера, он выскочил! Говна кусок! Сдохни, падла. Беги! Да что ты, блин, выскер, ты долбоящер, а? Говна кусок, а? Звездец, плохо. Очень плохо. О, жесть, блин. Это только, наверное, только что где-то середина. Да какого хера ты, отвали ты от меня, ну? Чё ты не падаешь, я тебе по ногам фиганул, ты говно сраное. Все, свалил. Иди сюда. Иди сюда, сейчас пятки отрежу нахер. Отлично. Да что ты разогнался, дебил? Кусок, а? Ты посмотри на них, ты посмотри просто на них. О, бог ты мой. Сдох, сдох, отлично. Фу, здесь еще лежачий. Лежачий, ползучий. Сдохни. Аптечек нет, нихера нет. Вообще просто. Нихерея, блин. О, короче. Короче, кранты. Да свалили нахер. Лежать, падла. Сено. Сюда ползи. Отлично. Еще двое. Хера там чикает, ой, чикает, чикает и чикает, чикает и чикает, а? О, да ладно, повезло. Просто повезло, блин. Но дело дрянь все равно, дело дрянь. Очень все херово, очень все херово. О, так, а там аптечка у нас. Надо как-то дожить. Надо как-то дожить до аптечки. Да хрен мы доживем до аптечки. Ты смотри, просто смотри. Давай, 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 доползи, доползи, доползи. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Бери аптечку, ну. Фу, бог ты мой, почти, почти. Почти просто на грани. Жесть. Все равно их мочить всех надо. Да блин, ты задрал, ну. Почему? Почему? Так херово попадает по ним. Я вот смотрю, там что-то мелькает или... Отлично, толстяка.
Замочи ты его! Вот ковыряет там где-то в стороне, непонятно где. Охренеть. Блин. Нам срочно нужны аптечки. Фу. Так, минус один. Минус один. Ползи давай, давай, ползи. Только не разворачивайся. Ползи, ползи, ползи. Отлично. Минус два. Минус два. Давай, я тебя сейчас ковырну. Отлично. Да куда ты? Да чё ты стенку-то херачишь, дебил, ну? Падла! А чьи его? Не давай ему встать. А, всех загасил. Отлично. Хо! Мы дошли до комнаты этой. С этой. Аж подавился, блин. С комнатой... с комнатой. Какой нахрен комнатой? С игровым автоматом. Ну-ка, давай. Покажи. Ах ты, падла. С ноги. О-о-о-о! Магнум, магнум. Ништяк, просто ништяк. Магнум с шестью патронами. Ладно, магнум оставим на босса. Окей. Уговорили. Оставим на босса. Так, синяя трава. Взяли синюю траву. И две зеленых, да? Отлично. Сделаем сейчас две аптечки. Так. Так. Там дальше, по-моему, еще должна быть аптечка будет. А, сейчас, по-моему, у нас охотник и свипер должен быть. Фу, я не знаю, доберемся мы не доберемся до босса. Это просто жесть. Я не думал, что так... Что так мы продержимся долго? Отлично, сдох. Сдох. Ништяк. Так. Плохо, но пока более-менее. Отлично, отлично. Блин, он меня траванул. Ну, ладно, у нас есть. Вот так. Отлично. Фу! Фу! Так, еще одно запарное место пройдено. Фу! Ладно, держимся, друзья, держимся. Держимся. А вот это, короче, здесь их целая куча. Да блин, почему? Да что ты? Да не падаешь ты, ну почему, блин? Так, аптечка, быстро, быстро, аптечка. Так, 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 вот эту. Херам, эту. Пошли взад, но. Упыри проклятые. Давай, ну, по ногам ему, чтоб он свалился. Да куда ты в стенку-то бьешь, дебил опять? Да беги ты нахер! Че ты нихера не делаешь, говна кусок, а? Да сдохни! Хера такой! Хрен завалишь, ублюдка, а? Фу, жесть. Просто. Без бомбежки вообще никак. Вообще какой-то трешняк, а? О, здесь еще целая куча. Охереть, охереть. Ладно, ребятушки.
Да что ты? Вот чеканул же ему! Чеканул же ему! Еще и блюет, а? Сволочь поганая. Лежать, 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 лежать. Да лежать! Сказано, ну! Упыри, сраные! Ублюдки, а! Что ты его? Да отвали ты от бочки! Ну, какого хера ты в бочку-то целишься? О, ёперный театр, а! Задрали, ну! Задрали! Сволочи! Сволочи позорные! Опять аптечек? Нет! Нам бы хотя бы одну аптечку перед боссом! О, нет! Нет! Опять жопа! Опять жопа, блин! Да отвалите, ну! Падлы! Да отвалите! Чё вы все по очереди нахерачите меня? Сколько можно? Сколько можно? Отвалили быстро, твари! Лежать! Да хватит, ну! Хватит! 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 Аптечек нет! Ни хера нет! Пипец! Нет! Опять я умер! Просто какая-то жесть. Я не понимаю, как мне, как нам, как вообще это делать? Не знаю, просто. Я там сэкономил, короче, несколько аптечек. Вот. Не, вроде как получилось немножко подсэкономить. Да отвали ты нахер, ну, дебил. Ублюдок. На тебе в башку. Так, один там ползает уже. Мне главное, блин, сейчас эти все аптечки не захавать, не истратить, короче. Потому что мы уже вроде как приближаемся к боссу. Парочку, да, аптечек я сэкономил. Ну вот. Мне повезло, то, что меня свипер, короче, не траванул. Воу-в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 оу, отвалил, отвалил. Тихо, тихо. Один готов. Да сволочь, чё задрал ты меня тут своей культяпкой? Сдох, отлично, сдох. Давай, добивай! Отлично! Две аптечки, короче. У нас просто плохо. Ну-ка, давай-ка аптечку съедаем. Потому что сейчас босс будет. Соберем, короче, магнум. Ху-ху! Ну и что у нас там за босс? А? Покажи-ка нам, покажи! Главное сейчас не обосраться просто. Алексия, Алексия, понятно, понятно. Я не знаю, хватит нам 6 патронов. Что это? Беги, беги. В смысле? В смысле? И все? Это весь босс? Это весь босс? Да вы чё, блин? Вы чё издеваетесь? Я думал, будет вообще какая-то жопа там. Хо. Короче, сам забег с обычными рядовыми монстрами, с одним ножом, короче, был хардкорнее, чем сам босс. Жесть.
Жесть. Да мы еще и время границы А. Мы еще и до границы А дошли. Смотри, а рекорд мы не побили все равно. Сколько там? 15-16, да? Ну, почти, короче, почти 17 минут. Но все равно границу А даже сделали. Ты прикинь, ты просто прикинь. Ну что, друзья, на этом вот и все. Принцип. Вот и все. Боевой режим мы пробежали за всех, в принципе. Вот. За всех. И, наверное, с Код Вероникой, с простой Код Вероникой версии Dreamcast мы прощаемся. Вот. Игрушка прикольная, да, прикольная. Кому... Кто так же думает, ставьте плюс в комментариях и лайк. Обязательно. Ну, за такой эпичный, короче, пробег обязательно лайк должен быть, стоять, должен стоять. И обязательно репост можете сделать. Даже язык заплетается, вот. Ну что, давайте, друзья, увидимся в следующих прохождениях уже. Вот. С вами был Валерий. Всем пока.